Можно я буду хуйню делать? Бля. Уже нельзя ругаться. Аня, почему так? А я просто странная. Так. У меня волосы взъерошены. Я не знаю, с какой стороны мне встать. Привет. Не ругайся. Я все. Привет. Привет. Так. Я обещала выйти. Значит, когда я тренирую свою подругу. Нет, еще пока нельзя, подожди. Сейчас я вам покажу, у нас всего второй урок. Второй урок мы учим приседания. Сейчас увидите, как это у Ани получается. Так, это что такое? Так. Давай. Выпрямляйся вверху получше. Спинку прямее. И поглубже. О, красава. Спинку прогнула. Ага. И прям иди опять вокруг. Вот, в общем, у нас это был второй урок. Аня, расскажи теперь, что трудно тебе было, ну, на что можно обратить внимание, там, про колени, про попу, про спину. Ну, сложности в технике, потому что когда ты не знаешь, как делать, и берешь гриф, да, называется? Да. Берешь гриф, тело еще тоже не знает, что делать, и поэтому, как бы, немножечко не контролируешь ни спину, ни ягодицы, и садишься, как получается. Ага. И, соответственно, одной делать, ну, я думаю, что не очень эффективно, потому что ты не видишь, правильно ты делаешь или нет. Стоит чего-то поправить, и сразу чувствуешь, что правильно, потому что именно те мышцы, на которые рассчитано это упражнение, они дают о себе знать. То есть сразу, как только почувствовала, что они начали работать, я уже понимаю, что начинаю делать правильно. Вот. И еще это очень чувствуется, вот сейчас мы... Когда вес вот эти вот штучки добавляются, вот тогда уже ощущаешь, правильно ты делаешь или нет. Потому что когда без веса, не совсем понятно. Вот, да, можно на что обратить внимание, что совсем без веса не поймешь, да, насколько правильно ты делаешь. И еще у нас проблемы небольшие были с коленями, они уходили внутрь. Вот на это надо обратить внимание. Да, потому что ты сам, ну, когда ты делаешь сам, ты не понимаешь, что значит внутрь, что значит не так, и тебе кажется, что все нормально. А потом, когда тебе говорят, следи за коленями, ты смотришь и уже понимаешь, о чем, ну, в чем шла речь, почему они неправильно шли. Угу. Да, то есть получается, что... Сейчас, секунду, да. Получается, что новичку трудно вообще разобраться, насколько он все правильно... Да, в самой тактике упражнения. То есть тебе даже вот прочитав, посмотрев картинки, тебе кажется, что ты делаешь правильно. Да. Ты думаешь, блин, а почему так легко? А на самом деле это легко, потому что что-то ты делаешь не так. Вот, Ане тоже казалось, да, что правильно это колени. И еще, ну, во-первых, выходят они за носки сначала выходили, но это мы быстро исправили. И если не следить за собой, да, или чтобы кто-то, ну, надо, чтобы кто-то следил, то получается, что они выходят, они уходят внутрь. Вот. Тут кто-то спросил, какой это подход. Подход это уже крайний, мы уже сделали, наверное, 6 подходов. Вот, мы делаем по многу сейчас, потому что мы отучиваем технику. Тактику, да, технику. Вот, что еще можно сказать? То, что... Что-то еще я хотела сказать. А, спина, да. Небольшие проблемы. То есть Аня все идеально сейчас делает, мне все нравится, кроме спины. Вот. Со спиной нам надо поработать, надо уметь прогибаться и грудь вперед как бы выносить. Вот. Но у нее небольшие проблемы со спиной. Мы это исправим, и тогда будет просто все идеально. Вот, сегодня про присед немножко поговорили, но я буду коротко, так, чтобы не были растянутые ролики, так что пока. Самое полезное. Да. Пока, дальше еще что-нибудь покажем. Спасибо.